Знакомство с регионом продолжается. Станислав Воскресенский в четверг посетил областную детскую клиническую больницу. Главе региона показали работу нескольких отделений. Специфика лечения юных пациентов требует от врачей повышенного внимания. Негативный эффект от всех манипуляций стараются свести к минимуму. Здесь в отделении эндоскопии помогают малышам, которые случайно проглотили колпачок от ручки или монету. Набралась целая коллекция. Дети попадают такие в экстренном порядке, либо путем самообращения на приемный покой хирургического отделения, либо по скорой помощи. Затем их осматривает детский хирург, принимает решение о необходимости выполнить гастроскопию или бронхоскопию. Ежегодно в областной детской лечат около 8 тысяч малышей и подростков. В самом сердце хирургического отделения в день проводят до 5 плановых операций разной степени сложности. От простых вмешательств до высокотехнологичных. По соседству есть дублирующая операционная для экстренных случаев. В планах в следующем году лечить постожоговые рубцы с помощью хирургии. В дальнейшем планируем развивать и увеличивать объемы оказания высокотехнологичной помощи не только детям региона, но и за пределами Ивановской области. К нам обращаются больные из Якутии, из Северной Осетии, из других регионов России, из Владимира, из Костромы, из Ярославля. Воскресенскому также показали отделение патологии новорожденных, открытое в прошлом году. Журналистов не пустили, по санитарным нормам не положено. Благодаря высококлассной медицине младенческую смертность удалось снизить больше, чем в 2 раза. Завершил экскурсию глава региона в Ивановской областной больнице для взрослых. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.